В общем, всем привет! Сегодня мы в гостях у Дениса Тевякова. Ну, типа, прячется там от меня. В общем, человек делает изумительные вещи, нынче сегодня модные. Steam Loft. Как там? Лофт мебель. В общем, крутяк. Да, Денис? Стимпанк. В общем, кто как хочет. Вон, видите, у него всякие заготовки. Вот, смотрите, как надо делать. Это будущие фонари. Он у нас такой не шибко разговорчивый. Я сейчас покажу, ребята, что он делает. То есть, если кому-то надо, будете обращаться. То есть, вот такой фонарь. Сейчас я поближе подойду. Вот так вот. И всяких запчастей. То есть, тут надо мозг приложить, как это собрать. Я вот такое, меня заставь, я хрен соберу. Все работает, все зажигается. То есть, включать не будем. То есть, хотите туда, можно заказать всевозможный тюнинг. И так далее, и тому подобное. Вот еще вот. Вот это вот готовые фонари. Такие прикольные, всякие разные. О! Ну это надо, конечно, додуматься. Это сейчас вот это модно. Все пищат от этого. Там еще, видите, дальнейшие тоже заготовки. Будущие фонари вот такие. Денис вообще молодец. И вот тоже... Денис, включишь вот этот большой? Можно, есть такая возможность. Вот это вообще огонь. Посмотрите, какая штука. Она здоровая. Она метр двадцать, наверное, да, Денис, она? Вот так где-то, да? Он, видите, такой не любит. Все скромно у нас. Вот такая штука. Вообще огонь. Он все даже включит. Обалдеть. Во. Вот так уже вообще четко все. Вот это, конечно, шедевры. Так что вот так вот, если кому-то надо, все вопросы к Денису. Огонь. Сейчас с другой стороны обойду, покажу. Вот что люди творят на Урале. Кто-то скажет, да ну я так же могу, я бы посмотрел бы на этих людей. Таких очумельцев много. Все это, видите, у него там все выведено. Все там за проводами. Все четко. Вот это я понимаю. Не наступить бы ни на что творчество. Так что как-то так. Кратенько. То есть вот такой кратенький обзорчик. Если вопросы будут по приобретению, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас супер. Все так четко. Огонь. Вот такой прекрасный мастер Денис Тевяков. Вообще зачет.